Добрый вечер. Роботизация в молочном животноводстве – страшная такая штука, но наконец-то роботы пришли, как и во все остальные отрасли, и в животноводство. Мы дилеры мирового лидера в роботизированном оборудовании для молочных ферм. Это абсолютный лидер 70% мирового рынка роботизированного оборудования. Молочное животноводство нашей страны требует изменений, надеюсь, все это понимают. Патриархальная история, которая есть у нас сейчас в стране, на самом деле никуда не годится. Мы попробуем ее изменить, надеюсь, что у нас получится. Дополнительно, на самом деле, каждый фермер решит те проблемы, которые у него реально существуют. При этом он дополнительно может заработать при расчете на двух роботов и 130 голов молочного стада каждый год дополнительно 170 тысяч евро прибыли. Поверьте, это большие деньги для фермера. Роботы Лели, как мы видим, обеспечивают свободную жизнь коровам, минимальные усилия человека. Более того, за счет того, что корова содержится свободно, двигается, перемещается и сама решает, когда ей доиться, она живет дольше. Представьте, что мы за женщиной ухаживаем. Конечно, наша женщина живет дольше, выглядит красиво дольше, рожает детей дольше. Также, ребята, бывает и с коровой. Дополнительно мы делаем жизнь фермеров достойной и привносим в нее радость. Более того, я считаю, что мы приносим еще и культуру в быт на селе. Мы реализуем по-настоящему комплексный подход в оказании услуг. Мы делим свою работу на сегодняшний день на текущие потоки доходов, на будущие потоки доходов. Скоро в ожидании установки первого робота в Краснодарском крае. Мы уже инвестировали в нашу представительскую деятельность около 30 тысяч евро. Мы только четвертый месяц являемся дилерами. Более того, на сегодняшний момент мой партнер находится в Германии и вместе с менеджерами холдинга «Кубань» решает вопрос, просматривает похожую ферму. И, скорее всего, мы так случится, что мы будем теми людьми, которые установят самую большую ферму на роботах в мире. Давайте поаплодируем на этом моменте. Что предлагается? Стать партнером нашего проекта, 360 тысяч евро инвестиций, 25-31 месяц их окупаемость. Направление развития детализации инвестиций. Здесь хочу отметить, на самом деле, что одна из интересных направлений, куда мы будем тратить инвестиции, у нас скоро появится сервис «Говорящая коровка», когда глазами коровы будут рассказывать о том, что на самом деле происходит в молочном животноводстве, и оттуда же будем обучать наших фермеров управлять этими роботами. Дополнительно построение образцово-показательной фермы у нас в планах под стеклом, но это не имеет отношения к предмету инвестиций. Ключевые показатели проекта на экране. Ваш потенциальный доход за 3 года 377 тысяч евро. Стоимость вашей доли вы видите. Ваша доля после окупаемости 25%. Фактор успеха как гарантия результата. Отмечу свободный перспективный рынок, профессиональная команда и развитие в регионе государственных программ предоставления грантов на роботизацию. Хотя мы сами уже работаем с партнерской фирмой лизинговой программы «Лели Финанс». Из этих цифр ключевое то, что 0 роботов «Лели» в Краснодарском крае. У нас есть, безусловно, конкуренты, но, как я сказал, что мы мировой лидер, и у нас все получится. Что важно, последний факт, в 2 раза корова, которая доится на Кубани, проигрывает корове, которая доится в совхозе имени Ленина, который совсем недалеко здесь от нас с вами находится. Там стоят роботы Лени уже 3 года. Это показательный факт. Наша команда, мы все белорусы. Мы работали над программой роботизации Беларуси. Продукты, которые белорусские находятся у нас на полках в московских магазинах, это следствие в том числе нашей работы. Теперь мы пришли в Россию, будем помогать делать молочный бизнес вам. Лучше всего на нас расскажут наши результаты. Это результаты уже сервиса нашего подразделения в Беларуси. Оно у нас на сегодняшний день работает. Вот. Что мы планируем до 2025 года? 3 холдинга. 100 сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств. Наши роботы готовы на вас работать. Спасибо.